Обед организован с помощью волонтеров клуба «Добряков Астаны». Как вы знаете, клуб «Добряков» функционирует в 7 городах. Это обладатель республиканской премии «Жаксалык Жаса» и номинанты национальной премии «Алтын Жүрек». Мы самое большое движение волонтеров, так что обеды мы проводим на постоянной основе. Это не первый наш обед, дай бог, не последний. И всегда положительные эмоции. Это же дети, дети – цветы жизни. А мы приурочили его к дню, не к дню, а к дню инвалидов. Это особенные дети с малообеспеченных семей.